Нашла. Тонкая копия вышла у него на руках, голова. А ниточки идут, дергает его кто-то. Бес. Хорошо. Защищаем его физически, биоробот, защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Дайниса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Дайниса поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Дайниса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Дайниса под ногами. 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дайниса. Находит все. Ну, выходят они снизу без. Без. 8. Финиджин. 27.81. Есть. Сукуб. Финидракон. Хорошая команда собирается. Рептилоид. 2 Грея. Первый вопрос. У кого есть контракт с Дайнисом из присутствующих? Ни у кого. Какой у нас синий дракон? 17.44. Понятно. Ты обучался или что ты делал в этом биополе, дракон? Или ты паразитировал в его биополе и воровал банальную энергию? Обучался и подворовывал. Вообще он анализировал. Вор-аналитик. Хорошо. Он анализировал, он показывает, что... Человек ищет успокоение извне, в медитациях, в учениях, но когда у него внутри буря и когда он внутри опустошен, ему ничего не поможет, пока он не найдет свое внутреннее, не вернется сам к себе. И ему это очень интересно, он показывает, что такие чувства есть только в людях. Все остальные, ну, например, драконы, они понимают, что сперва нужно быть внутренне спокойным, чтобы что-то, чтобы заходила другая информация для изучения. Вы же не обращаетесь к себе, а перекидываетесь на другие знания в поисках помощи. Благодарю за эту информацию. Абсолютно верно. Сейчас начинаем. Подворовывал он энергии, у него плата стоит в доме. В доме. Хорошо. Я как раз и хотел спросить, кто из вас присутствует еще в доме? Синий дракон, бес. Я знаю, кто еще? Джин. Джин присутствует. И рептилоид с Грэмми тоже. Да, есть плата, они. Хорошо. Кухня. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. И я даю команду тонкой копии Дайниса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственной уверенности, энергии, всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И усиливаю потоки в 50 раз. Итак, рептилоид с Грэмми, сколько вы находитесь в этом биополе? Год и месяц. Причина вашей подключки? Причина – это энергии. Вы только воровали... С него мы собираем энергии. Вы только собирали энергию, вы не влияли на него, не воздействовали на него, вы только собирали энергию. Ты это хочешь сказать? Ну, наша подключка, несомненно, влияет на него, но мы не отщепляли и не воровали его биоматериалы. Ну, это для вас закончилось бы фатально в этом случае. Хорошо. Синий дракон, сколько ты находишься в этом биополе? 5 месяцев. Скуп, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Что ты оставил в его биополе? У тебя есть какая-то накидка? Да. Как эта накидка воздействовала на окружающих, на его семью, на его жену? Как они его воспринимали? Кольским. Хорошо, теперь мы знаем и эту причину. Джин, синий, сколько ты находишься в этом биополе? Джин показывает, как он пел и веселился, гулял, танцевал. Сейчас он считает. И там он подключился, где танцевали, пели? Или это Джин гулял, танцевал? Да, да, там. 4,5 года оттуда он пришел. И чё ж ты его так долго не покидал? А зачем? Очень понятно. Удобно на эмоциях подсасывать энергии. Ты же не только энергии подсасывал, ты еще и затруднял проблемы финансовые, правильно? Но это моя энергия и есть. Ну вот, последние 4,5 года проблемы финансовые, Данис, это вот синий джин стоит, это его сфера. Он все утяжеляет, он делает так, что каждая копеечка вам зарабатывается как будто как $100. Скажем, все тяжело делается, вы работаете на 3 работах, а получаете на 1 работу. То есть, то пусто, вот так, то густо. То пусто, то густо. Ну, он так и, в принципе, я описывал. В 1 месяц идет хорошо, во 2 месяце вроде идет вообще ничего. И без. Мы уже знали о твоем присутствии, нам демон рассказал, что есть. Как долго ты находишься в этом биополе? Без 2 года. У тебя там были нитки к его рукам.
Это не мои. А чьи? У меня камень преткновения в ногах. А нитки чьи? Кто там дергал? Рептилоид. Рептилоид и греи? Вы дергали да. за нитки? Ну, хорошо. Конструкция у них такая. Дергать руками, махать. И голова, направленная на определенные мысли и выработку энергии. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Дайниса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Данису. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Бес, есть лярва в биополе Даниса? Низ живота, неуверенности сформированная. Хочешь получить ее? Хочу. Я дам отдельную команду, когда ты уберешь все, когда я тебя вызову. Что это за камень преткновения? Расскажи мне о нем. Он не пускает дальше или как? Он держит тебя, ты делаешь вперед шаг, а он тебя назад возвращает? Нет, он собирает негатив, кается он туда, обвинения сбрасывает. А вот как. Свои вину укрепляет этим свою основу. Да, какое? На этом живет. Ну, это, конечно, все твоя чистота безоговорочно. Здесь даже говорить не о чем. И этот камень со временем растет, растет и растет, я так полагаю, укрепляется. Кругленький он сейчас как раз на нем стоит. Хорошо, Данис. Вот так вот оно все в жизни. Все, что вы подумали. А если не сойдет с него, так и останется в обвинениях. Это мы уберем. Ты хочешь этот камень получить? Или этот это вожжик? Это мой. Хорошо. Нарастил. Согласен. Ждем маленький был. А сейчас уже? Но я старался. Ну да, 2 года. Ты не зря потерял, я смотрю. Закончился реверс. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса, да, не забирайте чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли. До последней капли возвращает Дани себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Сканер просканирует полноту души Даниса на настоящий момент. 100%. Хорошо. Одной проблемой меньше. Готово. Отлично. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с джина. Джин, выходи тебе не надо, собирай, втягивай в себя всю свою пыль, все свои подключки. Как закончишь, доложи о готовности к проверке. У него в многих местах туловище, голова, ноги. Стянул все он, стянул в себя. Хорошо. Суккуб, твоя очередь, выходи. Снимай все, что ты оставил в его биополе. Объясни мне за эту накидку, которую ты оставил в его биополе. Отключайся полностью и возвращайся назад. Накидка, она скользкая, как слизь. Она ее сейчас сматывает. Как его люди воспринимали? Скользким? Не все. А кто? Кто тебе не нравился? Или кто да. Тебе... Понятно. Кто мне не нравился, тому он был неприятен, противен, скользкий. А как кто тебе нравился? Вот блестел во всем кто свете. Был нейтральный. Или нейтральный, можно сказать. Хорошо. Снял все. Идем дальше. Синий дракон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай все свои платы. Отключайся полностью, ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Готов. Чуть громче. Хорошо. Рептилоид. Игры. Что-нибудь осталось в биополе, что я еще не вытащил? А, вы еще ничего не вытаскивали. Выходите, игры. Вытаскивайте все, что вы оставили в его биополе. Отключайтесь полностью, возвращайтесь назад. Докладывайте о готовности к проверке. Приступайте. Не отключает у них конструкция руки, голова включена к ней. Дергали, за которую он как на импульсах жил. То есть у него есть определенные точки, на которые они нажимали, как клавиши. И у него импульс подскакивал. Он только об этом начинал думать. И ходить по кругу в своих мыслях. Что еще вызывает наибольший дискомфорт. У него просто не было что-то другое думать спокойно и решать, и идти дальше. Он постоянно переключается с одной то на другую. Но это называется, всплески такие. Показывают. Называется вариться в собственном соку. Нет, он хочет жить, но вот эти всплески ему очень меня мешают. Они как зацикливаются, он на них, и все, у него как... Он не может вернуться уже обычной нормально. Жизни и продолжать решать свои повседневные проблемы. Это и называется ходить по кругу. Понятно. Сняли.
Да, идем дальше. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе, отключайся полностью. Но он убирает этот камень свой большой. А где у него лярвы? Вниз живота. Вниз живота, все правильно, да? Записано у меня. Камень снял. Разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в его биополе. Приступай. И возвращайся назад. Вниз живота снял. Эмоциональный фантом тебя интересует? Да. Мы чуть позже к нему подойдем. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Дайниса с бесом, джином, суккубом, синим драконом, рептилоидом и Грэмми. Их конструкция. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Иду команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Просто. Хорошо. Все прошли проверку. Подхожу к Дайнису, помогая моей энергии отстегнуть ему канал на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, и они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, выходит эмоциональный фантом Дайниса, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Все это низковибрационное, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Фантом, наверное, живой. Он, знаешь, его как вдохнул и как выдохнул из себя, да, он как живой отделился таким, как человеческий рост. Вот я так и увидел. Сам в себе живет он. Хорошо, уже самостоятельная жизнь у фантома началась. Очень хорошо, далеко зашел Дайнис. Хорошо. Дайнис, эти энергии вы сами сгенерировали, здесь вам уже никто не мешал. Но это очень опасная игра, в которую вы играете, поэтому здесь лучше... Оживил фантом. Так и есть. В конце концов, он может перенять ваши функции, я так скажу. Вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сами сгенерировали? Готов. Сворачивайте энергии в шар. Бес, наверное, там уже от радости прыгает, да? Жду. Отправляю бесу. Назови мне первой причиной. Есть там что-то, что мне полезно знать? Вернее, Дайнису, из чего все вытекает? Он сам знает, из чего этот салат состоит. Шок, ревность, агрессия, опустошенность, депрессия, ревность. Все понятно. Продолжать. Нет, все достаточно. Все понятно. Хорошо. Ну, все забрал? Да. Тогда сейчас суккуба я отпускаю. Суккуб, ты больше никогда в это биополе не придешь. Если ты хочешь со мной встретиться, попробуй только. Тебе понятно? У него не было в мыслях с тобой встречаться, ему ну, понятно. Если ты придешь в его биополе, ты встретишься со мной. А, он по-другому понял. Я буду просто проверять это биополе, поэтому имей это в виду. Найди себе новое место обитания. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба 1, 2, 3. Он забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, посмотри, пожалуйста, у меня рептилоид и два Грея год и один месяц сидели с конструкцией. Есть ли там что-то? В квартире они еще оставили, я это уберу. Если нет, тогда я их заберу с собой. Пускай. Благодарю тебя. Хорошо. Сейчас я открою два портала. В один уйдет бес и джин в дом Дайниса. Во второй портал уйдет синий дракон и рептилоид с двумя Греями. Вы собираете все, что вы там оставили, в этом доме. Я прихожу, проверяю. С бесом как договорились, и отпускаю всех на их чистоту первый раз. Все понятно? Понятно. Открывается два портала в дом Дайниса. 1, 2, 3. Синий дракон, рептилоид, два Грея уходят в этот портал. Во второй портал уходит бес и синий джин. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Клетка пустая, Вера? Да. Идем дальше. Поехали по частотам. На счет 3 запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Его душе трудно пробиться. Почему? Потому что он думает очень много мыслей вовне. У него как страдания, но лично о себе. Он играет много ролей. А вот эта душа его, она забывает свою главное, свою сущность, свой дух. Хорошо, Дайнис. Это очень серьезная такая информация для вас, для размышления. Здесь нельзя играть. Здесь вы должны или быть одним, или другим. Пока получается другим в этом отношении, потому что вы уже Он как сам для себя потерялся. Да, он наносит ущерб своей собственной душе. Хорошо. Душа
трудно, она вот по энергетическим центрам все сейчас пробивается. Она пробивает, но и трудно, она как напоминает о себе. Посмотри на меня, зовет его. Он сидит как в медитации, смотрит, да, куда-то думает о чем-то вовне, но о себе, он не внутри себя. Он не понимает понятия своей он души. Он не в глубине, да. У него нет диалога со своей душой, у него нет контакта со своей душой. Соответственно, это все, что вот где-то сидело, это только тут одни низковибрационные сидели. Вот результат этих действий. Начинается все со знакомства со своей душой. Надо послушать ее, надо с ней познакомиться, надо ее услышать. И принимать все свои решения по душе. Если в жизни вести себя как в театре, то, соответственно, вы не сможете менять каждый день, каждую минуту разную роль играть. В конце концов, вы запутаетесь, и это вас накроет, как огромная волна. Что, в принципе, сейчас уже и случилось. Мы он редко говорит, где я? То есть он как сам себя потерял. Понятно. А без этого он не может продолжать, он ничего не поймет. То есть какие бы он шаги ни сделал, бы он ни продолжал жить. Нет стержня, нет этого духа, который находится и держит это все. А это и есть душа. Я сказал, что нужно сделать для того, чтобы установить с ней контакт. Соединиться в первую очередь с ней. Для этого нужно сделать первый шаг, а не смотреть в пустоту в медитации. Идем дальше. Идентификацию мы провели. Прошли, он не показал, кто он есть, из-за того, что забиты каналы. Создаем защитную оболочку по цене тонкую копию Дайниса к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в его биополе. Пошел процесс. Готово. Пусть тонкая копия Дайниса вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 680. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Дайниса до числового значения 680 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Дайнис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Это очень хорошее замечание про душу. Я никогда над этим не задумывался. Мне действительно нужно представить и прочувствовать себя, свою душу. А где я во всей этой ситуации, истории и вообще? Я правда пытаюсь найти решение извне, но мое внутреннее состояние забито больше отчаянием, чем пониманием самого себя. Я буду разбираться с этим. Хорошо, у него тоже куратор в комнате. Хорошо, мы приветствуем куратора, снимаются маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Представьтесь, пожалуйста, как к вам обращаться. Кай, меня зовут Кай. Приветствуем вас, уважаемый Кай. И я приветствую вас и благодарю вас за эту встречу, эту чистку и внимание. Во благо. К моему подопечному. Именно это я хотела сказать. Твоя душа или место для нее опустошены. Ты пустил туда отчаяние, сомнения. А тебе нужно принятие. После принятия ты сможешь наполнить любовью и доверием свою душу. Но сперва ты должен почувствовать его. Визуализация сильно поможет тебе в этом. Визуализация своих энергетических центров, цвета, энергии, которыми они наполняются, и душа, которая проходит через все эти энергетические центры. Повернись вглубь себя, поздоровайся сам с собой. Начни с этого маленького действия, познавания себя. Признай свои ошибки, именно свои. И тогда тебе чужие станут неважны. Тогда произойдет принятие, и тебе проще будет и спокойнее перейти на совершенно другой уровень осознанности и жизни. Я благодарю вас за ваше время и за разрешение мне поприсутствовать здесь. Уважаемый Кай, благодарим вас за ваши слова. У нас есть маленький нюанс, которого вы еще не знаете, возможно, каждому куратору, каждому учителю, который сюда приходит к нам в комнату диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3.
Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Кая, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его помощь своему подопечному и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Великолепные и необычные плоды. Я благодарю вас за этот приятный моей душе подарок. И мы благодарим вас за ваш визит. Мы традиционно не прощаемся. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, мы еще когда-нибудь увидимся. До скорых встреч. Я лишь хочу сказать, что остаюсь на связи. Мои знаки ты видишь не все, так как твоя голова была забита и подключена к определенным импульсам. Сейчас, когда этого нет, ты можешь различать, как я общаюсь с тобой, как я пытаюсь достучаться до тебя. Раз мы здесь встретились, это уже получилось. Но каждодневные знаки, они повсюду вокруг тебя. Обращай, пожалуйста, внимание. И также на своих животных. Через кошек я часто общаюсь с тобой. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Кай. До скорых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Я уже знаю даже, какая кошка это, которая с самыми длинными усами. Дайнис, мы сейчас, как я и сказал, возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И сразу переходим к чистке вашей квартиры и домашних животных. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Дайниса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта,